Улица Черняховского продолжает впитывать в себя все эксперименты организации дорожного движения. Модные сейчас LED-светофоры, у которых соответствующим цветом светятся не только секции, но и опоры, установили на реконструируемой улице Черняховского. 6 объектов представляют собой светодиодные консоли высотой 7 метров и длиной рукава 4,5 метра. Кроме того, на пешеходных переходах появилась LED-брусчатка, которая уже более года используется в центральной части Одессы. Работы выполнила компания «Росдорстрой» в рамках дополнительного договора, заключенного с ней в октябре. Оборудование произведено в Турции. Напомню, что модернизация светофорного хозяйства на Черняховского обошлась городскому бюджету почти в 5 миллионов гривен, а на весь ремонт планируют потратить 65 миллионов гривен. Отмечу, что эксперты довольно скептически относятся к светодиодизации улицы, ведь красивая подсветка, как в самых известных мегаполисах мира, к сожалению, не решит проблему с пробками на этом участке дороги. Реконструкция продолжается, а мы будем далее следить за ходом работ на Черняховского. Василий Базовлук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».